Музей вещей из зоны проведения специальной военной операции организовали в филиале Фонда защитники Отечества в Заводоуковске. Сегодня в коллекции более 70 предметов, а флаги с позывными бойцов, личные вещи, награды, остатки боеприпасов и даже бронеплита со следами от пуль. А рядом трофеи противника, поддельные удостоверения, медали, Конституция Украины и флаг. Он был снят с администрации города Херсона и использовался у нас еще как в тактическом смысле. Когда мы были на ЛБС, нас украинский режим боевики обстреливали, били не по нам, а по школам и церквям. Вот у них была такая задача. И мы всегда на день и на вечер вывешивали вот этот флаг, потому что они думали, что там уже зашли их войска, и они, в принципе, обстрелы прекращали. Это очень классно, очень эмоции. Впервые вижу, когда вот такие вот все вещи. Можно вживую вот это потрогать все. Я вот первый раз одела, мне показалось очень тяжелым. Да, и вот раз еще говорят, в этом еще и ползают, и несколько, очень большое время находится, это очень тяжело. Пока музей передвижной, в планах пополнить коллекцию и открыть стационарный.